Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего урока – окончательное соединение деталей нарядного детского платья и влажно-тепловая обработка. На нашем сегодняшнем занятии мы заканчиваем окончательную сборку детского платья, соединяем верх изделия лиф с юбкой изделия. Для начала мы украсим, декорируем нижний срез юбки кружевами по низу изделия и закрепляем двумя швами на машинке. После этого нам необходимо соединить боковые срезы лифа и обработать их на оверлоке, а затем мы будем соединять верхнюю часть изделия с юбкой на швейной машинке и обработаем окончательный срез. Приступаем к обработке низа изделия кружевами, настрачиваем двумя строчками. Кружева располагаем по нижнему срезу изделия. По окончании строчки оставляем запас на кружеве, отрезаем лишнюю часть и аккуратно подгибаем наше кружево во внутреннюю сторону. Даем вторую строчку. Теперь нам окончательно осталось соединить боковые срезы, полочки и спинки. С одной стороны и с другой стороны. После этого мы должны обработать боковые срезы на оверлоке. Мы соединили лиф изделия с юбкой, лицом к лицу сложили и скололи булавками по периметру. Теперь нам осталось проложить строчку по изнаночной стороне. Строчку прокладываем на расстоянии 1 сантиметра. Совмещаем срезы. И соединяем две детали изделия.
детали соединены. Теперь необходимо обработать срезы на верлоке. Мы закончили обработку соединительного шва на оверлоке. Прогладили наше платье и соединили все детали. Мы закончили соединение деталей к нарядному детскому платью. Мы соединили юбку изделия с лифом. Данное платье мы выполнили из материала шелк, натурального материала, для того, чтобы в летнюю погоду при нашем азиатском климате кожа ребенка свободно дышала. Также вы можете выполнить это платье из любого натурального материала. Можно из хлопчатобумажных, можно из шелка, любой дышащий для ребенка подходящий материал. На застежке изделия мы предусмотрели завязку бантиком, для того, чтобы ребенку можно было очень легко и удобно снимать и одевать платье. Сегодняшнее занятие закончено. Встретимся на следующем занятии.